Это все весело, конечно. Эй, че, visible, not visible? Знаем мы ваши вот эти штучки, оставим как есть. Так, всем привет. Controls use, flashlight, tab, инвентарь какой-то. Сегодня мы играем сиреноголового чувака. Где? Background winter. А че дефолт будет? Охренеть. Ладно, поехали. Так, baby, easy experience. Siren had difficulty, it's normal. После первой вещи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, давай на нормале сыграем. Чё, how to play, ты чё? Welcome to... Так, you found yourself... В общем, ты нашел, в общем, обнаружил... В общем, ты очухался в каком-то в тёмном лесу. Столько с фонариком. Ты должен найти запчасти для автомобиля, бегая по карте. Только одну вещь ты можешь. Так, всякие батареи. Свечи. Ладно, я понял. Ты должен, говорит, за стаминой следить. Так. А, выключать фонарик нужно. Когда тебя ищут, нужно найти какое-то место, в общем, где можно спрятаться. Ладно, хорошо, поехали. Эй, плей, говорю, ау. О, меня убьют, если близко этот меня догонит, хмырь. Чувак, призма Games Presents. Сиреноголовый. Сиреноголовый, то есть. Будет правильно. Так, март 21-го 97 года. Пятница, что-то давно. Давненько. Так, это. Это мы уже видели, да, все, поехали. Ууу, да ладно. Блять, а чё ночью-то? Так, и это. Сразу. Что-то сенситивити какая-то слабенькая. А, вон стамина, да? Чик-чик-чик, и фонарик главное выключил. Ой-ой-ой. Остановка. А чё, я все время ночью буду бегать, что ли? Так неинтересно. Так, в общем, что было сказано? Сиреноголовый появится только после того, как первую вещичку найду, да? На этой сложности. О. Ну сейчас здесь что-нибудь-то найдем. Хоба, фонарик выключил. И типа шелтер надо какой-то искать. А, и чё мне кажется? Чё это такое? Получены достижения. Какое достижение? Find the shit graffiti, да? О, нихрена себе. Ладно, нашел shit graffiti. О, прыгать можно. Без затраты стамины. Меня это как бы прикололо. Когда игра запускалась, там было написано, не стоит в эту игру играть, если у вас там хард-атак все дела. Че, вы до такой степени страшную игру, что ли, сделали? Я видел предупреждение по поводу этого, как его. Эпилепсии там, что-нибудь такое. О, он чуть лежит. Пикап... А, это как его. Хоба! О, писульки. И чё? Мне в машину тащить ее надо или чё? Чё-то там было написано, что я могу одну вещь что-то за раз тащить. И типа все. Это как бы очень плохо. Если одну вещь за раз только. Так, так, так. Здесь нихера нет. Блять, что-то чуть-чуть жутковато как-то.
Что-то как-то чуть-чуть жутковато стало. И где этот сиреноголовый? Сиреноголовый. Так, это конец карты, судя по всему. Да? Эга, хер ты, говорит, туда, куда у нас пойдешь. Ладно. Заодно проверим, как у нас дела с этим. Ой. Ой, вон он. Ой, блядь. Ой-ой-ой. Он что, не отстает от меня, да? У меня сейчас стамина кончится. А ты чё? О. Где ты там? Вон он. Ха, падла. Все, я понял. Сучка. Так мне что теперь, без фонарика бегать, что ли, блять? Я ж боюсь, нахи. Чё-то мне не хочется, блядь, проверять. Так, это мы чё, по... Блядь, сука, страшно. Идем без фонарика. Блять, надо было это выкрутить освещение по максимуму. Он еще похож на деревья эти, блин. А вот, он бы меня догнал бы. Если бы у меня стамина кончилась. А, тут, по ходу дела. Ну это расчеты есть, что ты идешь. И тупо его не заметишь, потому что он стоит, у него лапы как это. Как деревья. Блять. Ой, сука, я уже все боюсь. Ой, домики какие-то. Блять, надо выкрутить было. Ой, блядь. Вход дайте какой-нибудь. Чё? Чик-чик-чик, не пускают меня никуда. Спрятаться надо где-нибудь, чтобы потом фонариком посветить. Я так понял, хорошее место для прятания это только бункеры, что ли, получается, да? В дом меня не пускают. Ни в какой причем. А чё, блядь? Пустите. О, тут бы компас бы в игре не помешал, кстати. А вон бункер, да? Ой. Ой, какие-то звуки неприятные.
Сейчас, погоди, правила игры-то как? А, how to play. Так, 4 запчасти. Ага. А, одну автомобильную запчасть могу за... Надо, типа, чё, обратно бежать? Блять, всё-таки. А домики-то здесь нахера вот эти? Где бункер? А вон он. Где этот Дуделкин-то, бляха-муха? Все-таки, когда ты знаешь, где он находится, так-то спокойнее. Бежали? Так. Если я правильно понял, автомобиль где-то вот там у меня. И чё? Я всю игру вот так вот проползаю, да? Это куда это я вышел-то? Куда я вышел? Почему, блядь, дверь не открывается? Ой. Да, по одной штуке. По одной штуке. Так. Ой-ой-ой, что за звуки, блядь. Ладно, пошли к автомобилю искать. А, вон, все, я понял. Автомобиль там. Вон он. Гуделкин-то, бляха-муха, страшный какой. Че, а если я вот так вот прохожу все пешком и без освещения? Вот, был канистр, ага. Ой, бля. Все, пошли за... Бегать-то можно? Как бы он этот хмырь не парализовал, не материализовался бы рядом со мной. Где запчасть-то? А вот тут, да? Ага. Эй! О. Пошли обратно относить. А если он меня догонит, он меня навсегда грохнет. Репэйр. Вот. Две штуки я нашел. Пойдем туда сходим. Вон какая-то... А, это остановка. Это остановка. И в остановке меня, судя по всему, не спрятаться от него.
Так, еще одна остановка. Блять, бежим, сука! Он, кстати, обнаружает вообще пофигу как. Я же без фонарика шел. Я бегу в это, в кафе сраное. Стоит жопа. Ты чё, растворился, что ли? Вон он стоит, скотина. Так, в общем, все, я понял. Ну не все, а ты хмыри. Даже заметят тебя без фонарика. Соответственно, что, бояться ничего не надо. Так, я здесь эту штуку нашел, да? Ага. Ой, а, дверь можно закрыть. Точно здесь нихера нет. Ладно, открывай. Придется пилить. Вон он ходит, скотина. Ну и так-то не страшно. Ха, чё ты остановился-то? За деревом спрятался, что ли, дурачок? А он там один или сколько? Побежали. Нет, с фонариком будем ходить нахер на него. Так, а я иду же в те места, где я уже был. Где бункер? В который, если что, я должен это забежать с испуга. Вон он. Он так-то скотина быстро бегает. Так. Здесь у нас ничего нет. Мы по деревне еще бегали. В деревне я, может быть, не разглядел это. Вещи какие-нибудь. Потому что освещения не было. Что там, бля? Так, ладно. Давай осматриваемся здесь по-хорошему. Ничего не открывается, блин. На столе нихера нет. Машина пустая. Ну что такое? Где вот? А вот. Ой, блядь. Уходим куда-нибудь. Сука. О! Канистру нашел. Сука, страшно как. Ладно, пилим куда-то наверх. Нам машину надо перетащить, да? Ага.
бежим по ощущениям. Блять, нет, 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 нет. Давай стамину не будем тратить. Фу, тут еще какие-то писульки надо искать, блин. Ню. А он еще какие-то дома. Блять, где он? Он, сука, бежим. Падла, страшный какой. Ой. Ой. О! Хе, поймал. А я думал, это как его за домиком спрятаться. Чё, серьезно? Вот так вот я сдох, да? Бля. Unlimited stamina. Ну давай, поехали. Так, что-то. В общем, от этой херни бегать надо. Все, поехали, поехали, поехали. Ага. Ну. Такие мне игры, конечно, не очень нравятся. Не потому что страшные или что-то такое, а вот. Угу. Бегать не. Так. Домик. Ну, в том же месте. А, писульки написано спаун, то есть писульки не везде появляются. Она и машина. Сейчас этот дебил где-нибудь точно материализуется. Так, и по ощущениям где-то там еще деталька. Ой. Ой. Страшненько. Прямая дорога. Материализация. Эй, где мы ходим? Бункер. Да? Да. Бежим. Угу.
О, писулька. О, писулька одна из них, да? Четвертое письмо. Да, нашел, значит. Писульку какую-то. А что это даст-то? А. Текст онли. Что текст онли? В общем, говорит, преследует меня монстр. Вообще, говорит, не знаю, нахера это все пишу. Надеюсь, кто-то это прочитает. И, в общем, я сделал ошибку смертельную. А, куда-то шлепнулся, сломал руку, ногу. Органы, говорит, важные не задеты, думаю. В общем, только, говорит, молиться мне осталось. Ну, молись, молись. Ой. Так, погоди. Так, бункер сзади. А вон конец карты. Ага. Далеко продвинулся. А подожди, что? А, для машины еще ничего не нашел. Ой, бункер. Где ты там, бля? Ой, вход не там. А ты вот эту ошибку совершил, да? Куда ты ушлепал-то? Хмырило страшный. А где? А вон башня какая-то. Ой. О, еще писулька. Чем мой бог говорит? Как описать эту, блин, чудовищность? Чё, сайтинг самфин, какая-то херня, блин. Потрясен, говорит, какую-то херню, которую я до этого никогда не видел. Огромный, говорит, гуманоид с сиреной вместо башки. Нашел, говорит, моего друга мертвого. Увидел вот тело валяющееся. Ну и чё, ладно. Так, ладно. Две писульки мы нашли. Это как бы все прекрасное. А что-нибудь мне дадите, нет? О, а что такое? Ну, пояс, что ли? А внутри поезда можно спрятаться? А, блядь. Албания написано почему-то. Что тут делаешь? Иди в жопу, а. О! Так, две записки я нашел какие-то, да? А-а-а.
Так. Теперь надо как-то до машины добежать. Машина где-то там. А вон остановки уже видно. О, там где-то машина. А нахер эти писульки? Блин. Встал, да? Не вижу ни хера. Он обратно прибежал, откуда начинал. Ой, блядь, я ж так до утра могу бегать. Давай до утра дождемся, давай утра дождемся. Ой. Автобус какой-то. О, писулька. Так, что здесь? Я потерялся, испуган. Не могу других найти. Они, говорит, пойдут, сказали, что пойдут проверят какое-то там место, где можно спрятаться. А я остался в ржавом автобусе. Слышал монстра. Страшные звуки. Страшные звуки в направлении туда, куда мои друзья ушли. Не могу, говорит, помочь, но чувствую, что смерть пришла. Нужно найти друзей и свалить отсюда. Но. Блять, я забыл. Вот туда, да? О! Ха, затаился, падла. Ты что там, подкрадываться будешь ко мне, что ли? Ой, а это что такое место? Где это, блин, я вообще? Так, здесь открытая местность. В общем, машина где-то там. И этот хмырь там же носит, но не подпускает. О, нихера себе. Я только до деревни допилил, да? В этой деревюшке что-то я все искал и ничего найти не мог. И меня еще здесь изловил этот хмырь, блин. Блять, где он? Я не знаю, где он. Где-то, блять, ходит. Если я ему прям в руки прибегу.
Блять, я уже заблудился. Где? Вон какие-то дома. Эй, я на туре заблудился. А, во, где-то рядом. О, вон что-то. А, это как его были. Но место. Так, вижу машину. Да пошел ты нахер. Жопа с ручкой, блин. Где я занимаюсь своими делами? Вокруг ходит скотина. Это ты в жопу уйдешь, а? Блядь. О. И стоит, а? Ну-ка, да. О, пошел. Может, ты пойдешь в другое место? Я даже знаю, куда направление могу указать. Это же надо же до своей собственной машины тут пробирать. Ой, бля. Тут где-то что-то было, блин. Нет, не здесь, по-моему. Так, что мне осталось-то? Газовую канистру с бензином, блин. Не, ну... А, боже. Ну, не здесь, да? Так, ну-ка. Ой, бля. Ой, блядь, я куда опять приперся-то? Так, в тех домиках я был. А, это уже не домики. Вагон, бля. Угу. В котором спрятаться, кстати, можно, да? Обже, а вот, может, тут не один вагон. Албания, опять, ну, вагончик. О, домики.
Стулья расхерачены. Так, здесь у нас ничего нет. О, автобус. Блять, пидор. Стоит, шумит, блин. Давай ты в другую сторону пойдешь шуметь, блин. Давай уходи, блин. Блять, страхолюдство какое, а? Так, здесь у нас нихера нет, там автобус где-то. Вход в автобус с какой стороны? На всякий пожарный. Хоба. И чё, я в этом автобусе был или не был? Или не. Тут у нас нихера нет. О, вон он. Жопа ты с ручкой, вали отсюда нахер. Ты ушел или ты, блядь, там стоишь опять в засаде, типа? Ой, игра-то ведь коротенькая, да? Так-то. Только я тут устраиваю. Ой. Так, вон домишки. О! Бункер. Быстро давай добежим до него. Ой. А чё за местность такая, где бункеры, блин, все нарыли? Вы чё, ребята, так-то? Ага. О, беда. Где ты там? Ау, бля. Так, по диагонали туда, что ли, побежать? Блять, обратно идет. Потому что я помню, что где-то вот там вот была канистра. Так, ну вот эти домишки, блин.
че, в этих домишках я ничего не нашел. А, вон она, канистра. Да? Вон она, туша. Да? Так, чё это я? Ready for escape, collect all parts. А все достижения, если глянуть. Починить машину. Свалить. Collect all survivors not in one game. Unlock secret bunker, нихера себе. Hard mod, normal mod. А, еще батарейки есть, прикинь, на харде. Прикольно так-то. Так, погоди. Что у меня осталось? У меня осталось писульку найти, да? Так, писульки. А где может быть писулька быть? Последняя. Деревня, блин. О! Чё, за каких-то понадавали заданий? А, чё-то звук, который преследует. Чё-то крича. В общем, он все время страшнее становился, как подходил ближе. А мне это не нравится. Сижу, говорит, в убежище, пишу это письмецо. В каком ты убежище сидишь? Ты вон за столом сидишь. Звучит, как будто что-то большое и чужое, в общем. Не думаю, что мои друзья выжили. Не уверен, что мои друзья выжили. Боюсь, они померли. Так. И чего, каких-то достижений понадавали мне там. А, все детали, все, collect all survivor notes, так. Починить машину, unlock secret bunker. Понятно, пойдем unlock делать. Блин, пошел ты. Ходим, бля. Копим. Сука. Типа на одной полной стамине, типа можно убежать так-то получается, да? Где я брожу? Так, автобус, это в котором я был в автобусе. Бля, нервничаю. О, вон бункер. Не он случаем. О. А чё это? Э!
Не понял. Чё в писульках? А, в писульках! Вот надо смотреть. Да, блядь. 5. 3. 3. 4. О. 5, 3, 3, 4. О. Чё такое? В общем, я убежал от этой башки. Нет, погоди, что за достижение дали мне, блядь. Аналог секретный бункер. Ага, открыл секретный бункер. Так. Чего, Филд? В общем, я весь испугался. Это. И это связано инстинктом атаковать либо бежать, чё? Нашел, в общем, ты обнаружил вдруг себя, типа, ничего себе, с оружием в руке, с пистолетом. И, типа, в смысле, В смысле commit suicide? Зачем? Нет, бля, спички. О, commit suicide. О, последнюю записку нашел. Чего? Last note, ну, читаем. Я это слишком, очень повезло мне, что я так далеко забрался. Меня в любом случае, в общем, меня зовут Эд. Припер сюда вместе с друзьями, чтобы исследовать это место. В общем, ну, в общем, тут есть пара вещей, которые тебе могут понадобиться. Спички, говорит, и пистолет. Пистолетом, говорит, сиреноголового не убить. Я пробовал. А что это, как ловушку какую-нибудь? О, можно газ-стейшн взорвать. Серьезно? А вот у меня газ-канистр есть. Че, попробуем? Газ-стейшн, что ли, взорвать? Так, тут не страшно, тут у нас есть вагончик. О, вагончик другой, кстати, криво стоит. Ай, ладно, пошли. А как газ-стейшн взрывать? Ой, что там? Остановка. Или может нахер на машине уехать? Потом, может, взрываться-то будем. Тихо. Ну попробуем до газ-стейшн добежать. Если ни хера не выйдет, то... О, газ-стейшн. Эй! Это же газ-стейшн, да? И чё? О! О! Где ты там? О, блядь! И чё это? Может, на машине надо было уехать лучше, а? Воент, после, говорит, долгого путешествия, в общем, ты все-таки смог что-то сделать, что никто не мог сделать. Это стоило тебе жизни, да? Нихера себе.
чума, ты канистру поджег, чего? Канистра взорвалась, все вокруг загорелось. Сиреноголовый пытался упусти, но, в общем, не... В общем, ты пожертвовал собой и завалил сиреноголового, нихера себе. Вот так вот, да? Че надавали-то? Коллектал пац, коллектал сервайверс. Сиренхед. Поймал на ловушку. В общем, убил. Нормал мод, мастер. Че там осталось? Починить машину. Сбежать с машины. Бэби мод. Ну. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Еще какое-то скрытое достижение. Ладно. Ну что, на сегодня все. Пока-пока.